Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала Let's Hard Games. С вами Бабкин. Мы продолжаем проходить Бога войны на высокой сложности. И сейчас мы вернемся за одним секретиком, который я не забрал. Тут нужно быть очень осторожным, потому что у меня здоровья очень мало. Так, нужно было пробегать, но я что-то засчитался. Ну, вот. В принципе, там секрет только души. Но все равно, они нам нужны. Во-первых, мы можем уже прокачать гнев Посейдона. Посейдон зол. Точнее, на максимальный уровень сейчас подымем. Вот так вот. И теперь копим 9 косарей на клинки хаоса, на 5 уровень. Что-то я вообще как-то не подумал вверх полезть. То есть секрет находится тут. Нужно было просто по цепи вверх полезть. Скорее всего, просто спешил, хотел побыстрее пройти. И поэтому вообще забыл об этом секрете. Хотя, когда я проходил игру первый раз, я... Наверное, секретов... Ну, 90% секретов я точно собрал. На всякий случай давайте сделаем перезапись. Теперь опять будем осторожничать. Окей. Раз, два, три, четыре. Ай-яй-яй, наискосок. Грёбаный. Нет, тут просто можно делать так. Какой-то миллиметраж и все. Вы просто там в говнище убиваетесь. Гребаный четвертый раз. Это просто жесть. Сегодня какой-то день просто упоротый. Не знаю. В какую в игру не зайду, вообще игра не идет. Вообще. Все просто сговорились против меня. Еще разок.
Окей. Фух. Так, теперь нам нужно... сюда. Вроде как дальше там будет сундук со здоровьем, поэтому, ну, сейчас должно быть более-менее все нормально. Хотя можно там было вернуться и еще один сундук забрать, там он с магией. Ну да ладно. И так много беготни. Воу, просто месиво. The wrecked bodies of those who had gone in search of Pandora's box lay before him, and at once Kratos knew who was responsible. For this was the first time he'd seen the ruined Ares, and his minions had left in their wake. Kratos had experienced it firsthand years before. The youngest and boldest captain in the Spartan army, Kratos inspired fierce loyalty in his men. Сейчас, по-моему, рассказывают и покажут, как, собственно, Кратос начал служить Аресу. And descended on the Spartans without mercy. The battle lasted near hours. В общем, сейчас Кратос зафейлится. The soldiers faced a massacre, while their young captain faced the end of his brilliant career and his life. But to Kratos, victory was worth any price, even his soul. Ares! Destroy my enemies, and my life is yours. Ну, в общем, Кратос говорит, убей, короче, моего противника, и моя жизнь, твоя жизнь. То есть, грубо говоря, он будет служить Аресу. Отлично, берем магию. Ну и, собственно, мы вернулись в эту комнату, там, где кристалл, глаз кристалл. Естественно, давайте сохранимся. Это всякое бывает. Так. Ага, сейчас будут ребята, да? Неудобная позиция. Не видно, что за камерой. Меня там еще кто-то коснул.
Нам напоминает, что у нас есть ярость богов, но использовать сейчас это просто крайне неразумно. А разве так должно быть? В общем, мы сейчас голову архитектора вставляем. И у нас открывается дверь. Тут желательно сразу не выбегать. А ну-ка, подождите, по-моему, можно же крутить. Ага, и механизм пропал. Ладно. Можно пока водички попить. Я-то звук слышу, но там должно уж как-то... Во-во-во-во-во-во-во-во-во. В общем, вы поняли, да? Главное не попасться под эту штуку. Тут вот можно забегать. Так, тут дверь. Ее нужно открыть в другом месте. Окей. А тут... Нет, тут просто мы прислоняемся, чтобы нас не раздавило. Сейчас мы, по-моему, сможем наверх залезть, насколько мне не изменяет память. Так, а тут что? Окей. Вон туда вот наверх. Как вы могли уже догадаться, нам нужно запрыгнуть. Сами знаете на что. Сейчас Кратос будет нам показывать смертельный номер. Бесплатный цирк. На стике очень удобно, в принципе, ходить, говорю, прыгать. Воу-воу-воу, тихо, мне ж наверх. Я успею? А, я понял. Удобно, в общем, на стике ходить, потому что... Ну, ты можешь контролировать скорость движения. Так, залазим наверх. Тут у нас есть сундуки. Я думаю, пока их не будем брать. Еще одно сохранение. То они делают сохранение реально... Ну, не знаю, 5 минут поиграл, и второе сохранение. А то не вообще минут 40 играешь, и нет сохранения. Но это очень редко. Видно, это специально так сделали, чтобы... Ну, как бы игра, грубо говоря, без сохранения. Так, вызов Посейдона. Окей, тут как раз, ну, и нужно нам применить ярость богов, потому что... Все очень печально будет, и безысходность настигнет нас. Безобидный Цербер, на первый взгляд, но это не так. Наш пес очень быстро растет. Причем еще и клонирует себе подобных. А, да, а нет, он не клонирует вроде, или клонирует, я не помню. В общем, нужно... быстренько убивать мелких.
Потому что юзай, блядь, магию. Че он не юзает? Я не знаю почему, но он не хотел просто юзать. В общем, если не успеть убить малолеток, то они превращаются в здоровых. А, по-моему, большие порождают как раз маленьких. То есть идет просто замкнутый круг. Так, тут у нас еще один ящик. Но эти ребята опасны, но менее опасны. Как так? Я же вроде успел. Ого, ну это просто жесть, я не знаю, я сейчас просто в тупую потрачу магию, чтобы не заморачиваться. То есть я нажимаю вовремя, но оно мне говорит, что я нажал не вовремя. Да, там лучники у нас, причем очень много лучников. Сейчас мы туда забежим, просто ярость Посейдона, и все ребята просто... Твою-то мать! Вы смотрите, что они творят, нигеры поганые. Так, ладно. Почему верхних не достал? К нам идет беда. Я не шучу. Есть. Вот их желательно сразу убивать, потому что это... Вы просто потом пожалеете. Какого хрена? Они что, респавнулись или что? Отлично, хилка. И еще, по-моему, мелких просто можно сразу захватом достать. Но это я точно не помню. Так, тут у нас собачки. Еще один респ. Так, если я не ошибаюсь, тут, по-моему, должен быть секрет. Или нет? Я помню, что где-то тут должен быть секрет.
Так, ладно. Вроде как секрет я не пропустил. Надеюсь, потому что тут где-то должен быть секрет. А, вторая муза, по-моему. Так, а что у нас? Вот так вот. Угу. В общем, вторая муза ключ. И мне просто необходимо ее найти. Так, с какой стороны? Ага. Тут сейчас будет вот таких вот сундуков очень много. Я буду пытаться их брать. Но при этом можно умереть. Неважно, сколько у вас здоровья. Так, 3000. Еще 6000. И основное мое оружие будет прокачано. Ага, это по идее наверх подняться, или же нет, или же да. Давайте пройдем, пока ничего не будем брать. Вот тут, по-моему, секрет сейчас будет, про который я говорил. Воу-воу-воу. Это, кстати, по-моему, самые лучшие солдафоны, которые есть. Их не стоит недооценивать. Они нормально блочат удары, кстати. И не только. Я помню, тут какой-то, по-моему, есть подвох. Нет? А ну-ка. Нужно быть внимательным, потому что тут как раз где-то и должен быть секрет. Эпично, видите, Титан. То есть на 2005 год и на PS2 это вообще было очень крутой игрой. Вот тут, по-моему, секрет. Ну? Да, детка, да. Отлично. Это один из самых главных секретов именно в этой игре, потому что, ну, там достаточно за дверью достаточно хороший бонус. Получи лысой башкой. Умри. Что это было?
У меня нужны хилки. Еще сопротивляется, причем конкретно сопротивляется. А задрачивать нолик. Нолик. Кружок нужно конкретно. Как я так промазал? Ну. Немножко, немножко жизней. Фух. Отлично, тут вроде бы ничегошеньки. Так, эти штуки мы поразбиваем. Все равно интерьер нам тут не интересен. А разве что, чтобы добыть немного сфер. Так, тут никаких секретов нет. Вроде бы нет. Так, ну и что сказать? Мы на этом, ребята, заканчиваем. Как раз серия подходит к полчаса. И есть сохранение. Поэтому спасибо за просмотр. С вами был Бабкин. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, покупайте игры через ссылочку в описании, пишите свои комментарии, не забывайте ставить пальцы вверх. Всего вам хорошего, до новых встреч. Пока-пока.